День добрый, друзья, у нас сегодня 4S, iPhone и замена экрана. Снимаем крышку. Забираем телефон. Друзья, запоминаем все болтики, откуда скрутили. Или раскладываем их так, чтобы запомнить. Практически все болты разные. Снимаем защитный экран. Разъем батареи. Антенный кабель. Камеру, экран, здесь три шлейфа, вот разъемы снимаем, здесь вот болтик у нас. Снимаем. Антенна Wi-Fi. Достаем слот сим-карты. Шлейф зарядки. Достаем антенну. Плата, виброзвонок, далее боковые болты, можно не откручивать, сделать всего два оборота, это будет достаточно для того, чтобы вытащить экран, а угловые болты, вот эти вот четыре болтика, откручиваем полностью. Снимаем экран. Ставим новый. Пыльник защитный ставим, который мы сняли со старого экрана. И вставляем экран. Забыли кнопку. Кнопка Home. Тоже снимаем со старого. Ставим ее по центру. Вставляем экран, сначала шлейф, с другой стороны вот так вытаскиваем, смотрим,
этой стороны, чтобы пазы совпали все. Здесь у нас все село. Все село. Кнопка работает. Собираем боковые. Придерживайте каркас, придавливайте, чтобы не осталось щелей между каркасом и экраном. Все, закрутили боковые, вот смотрим, чтобы не было щелей, чтобы все сидело ровно. Все, собираем дальше. Виброзвонок ставим на место. Закручиваем боковые. Вернее, угловые болтики. Ставим плату, шлейф наверх, следите за тем, чтобы шлейф не остался под платой. Слот сим-карты вставляем, антенну с громкоговорителем сразу закручиваем. Крепим разъем кабеля. Застегиваем шлейф. Не путайте, старайтесь не путать болты, которые скрутили, потому что закрученный туда болт может даже привести к какой-нибудь неисправности. Вставляем камеру, застегиваем три разъема шлейфа, экран, тачскрин, застегнули, антенна Wi-Fi. Ставим батарейку. Защитный экран вставили. Включаем телефон. Это у нас заработал.
Все, таким вот образом 10 минут и экран готов. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на наш канал, удачного дня, до свидания.